1 апреля 2021 года в залах Галереи Сибирского искусства открылась выставка «20 лет содружества. Учителя и ученики». Она посвящена юбилею кафедры изобразительного искусства и методики Педагогического института Иркутского государственного университета. На выставке представлено более 60 предметов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Мы с вами находимся в художественном музее, который располагается по адресу Карла Маркса, 23. На втором этаже сейчас проходит выставка, посвященная 20-летию кафедры изобразительного искусства Педагогического института Иркутского государственного университета. Выставка посвящена 20-летию со дня создания кафедры. На этой выставке вы можете увидеть работы преподавателей и выпускников кафедры изобразительного искусства. Меня пригласил, ректор пригласил, сделайте нам кафедру, организуйте. Я говорю, ладно, хорошо, через 2 дня я пришел к нему. Он меня принял на работу. И началось. Сначала мы занимались где-то в столовой, не было помещения. Потом ее обработали, стало лучше. Через год мы переехали в другое помещение, а еще через год мы переехали еще в новое помещение, даже, может быть, больше, чем через год. Там, где сейчас является кафедра, вот, на Сухебатора, да, там уделили хорошее помещение, дополнительные помещения всякие. Больше того, там был зал, где вытяжной шкаф стоял, я там поставил станок. В общем, дело там пошло. То есть мы там делали и форты делали, и линогравюру делали, и рисунок делали. В общем, больше всего я, пожалуй, отдал. Вот все-таки вот на этой кафедре. Ну, я не знаю, как бы считается, что у нас как бы высшее образование, а в училище как бы среднеспециальное. Ну, а у художников это очень сложно определить, где лучше подготовка, где хуже. Это время решает. И талант человека. В сфере искусства педагог, наверное, особенно важен. Потому что вот научить человека, раскрыть его талант, это нужно какими-то особыми свойствами обладать. Вот я могу привести пример с Леонардо да Винчи. Думаете, почему он стал Леонардо да Винчи? А потому что он учился очень талантливого художника и педагога Андреа Вероккио, который очень-очень много знал. И Леонардо очень-очень много знал. Неспроста же, правда? Вот, нашу специальность открыли при факультете технологии и предпринимательства, ну, как отделение изобразительного искусства. Вот вначале пригласили меня на должность замдекана для всей первой организационной части. Этот набор был, первый набор, очень памятный для нас. Там действительно были очень талантливые и юные студенты на дневном отделении, и те, кто поступал на заочное, это были уже художники с образованием. И из них получились в результате прекрасные кадры, так сказать, можно их назвать, да. И каждый из них вот в памяти остался у меня, потому что это были действительно, во-первых, очень интересные люди, талантливые, ну и первый опыт, первый набор. И дальше пошло, и каждый курс по-своему был интересен, и, в общем, ну, я считаю, что преподаватели приходили интересные, и я считаю, что мы удачно справились вот с этим процессом открытия этой кафедры и этой специальности в педагогическом университете. Сейчас статус изменился, хотя нет, кафедра осталась, как была, но факультет другой. Потому что ровно 20 лет назад открылась кафедра методики и изобразительного искусства при педагогическом университете. И, погружаясь в историю, хочется сказать, что когда-то в Иркутске вообще практически невозможно было получить высшего образования. Мы знаем, что успешно и благотворно работало наше Иркутское художественное училище, откуда сформировано и состоялась наша школа изобразительного искусства не только Иркутской области, но которая повлияла на развитие мирового искусства и российского. И очень многие закончили у нас художники Сибири, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, получили образование здесь, в Иркутске. Это исторический факт. Но благодаря тому, что в Иркутске живет и работает замечательный художник, великолепный педагог Александр Сергеевич Шипицын, который взял на себя величайший труд организации кафедры именно во имя того, чтобы наши самые талантливые студенты не уезжали получать высшее образование, не уезжали из города, не покидали этот город, а имели возможность повысить уровень своего профессионального мастерства здесь, в Иркутске. И ровно 20 лет назад эта кафедра начала свою работу. А я иду и улыбаюсь, и, наконец, я стал самим собой. Сегодня я в любимый цвет раскрасил весь мир своей собственной рукой. Пусть друг на друга не похожи, мир мой и мир, раскрашенный судьбой. И пусть один из них мне вечно строит рожи и вечно улыбается другой. И я должен молчать лишь о том, как теперь нелегко строить жизнь на одних лишь улыбках и сказках. И пусть краски от жизни еще далеко, жизнь меняют не краски, а я своею собственной рукой, своею собственной рукой. Я не хочу, чтоб все менялось, чтоб годы уходили в никуда, но детство в сердце, чтобы навсегда осталось, чтоб печаль не оставалась навсегда. Ну и пусть улыбаются вслед неудачи и зло, пусть вчера наяву слышал их голоса. Я считаю, что в жизни уже повезло, если можешь творить чудеса. Своею собственной рукой, своею собственной рукой. Находиться, не просто находиться, а быть участником этого торжественного события. Здесь уже много слов и немножко из истории тоже уже рассказали. Вот. И мы вот как раз-таки со Светланой Николаевной, еще раз повторюсь, стали счастливчиками, стали свидетелями того, как начинала развиваться кафедра, ее становление. Преподаватели вложили в нас огромную базу, огромный фундамент, не только в студентов, а вообще в развитие кафедры на долгие годы вперед. Вот. И хочу выразить слова благодарности посетителям музея, гостям музея, то, что вы сегодня пришли в этот момент разделить с нами нашу радость, наши события. Хочу выразить благодарность сотрудникам музея, спасибо вам большое. Лидии Анатольевне отдельное спасибо. Лидия Анатольевна – куратор нашей выставки. Это ее вторая выставка, второй опыт. Была творческая работа и была очень серьезная работа. Спасибо большое. И хочу выразить слова благодарности всем участникам, студентам, выпускникам, ну и нам, преподавателям, за то, что мы здесь смогли создать такую удивительную творческую атмосферу в стенах этого зала. Всем спасибо. Ну что же, дорогие друзья, мы сегодня все на станции юбилейной, а юбилей у нас 20-летие замечательной кафедры. Я сейчас предлагаю всем посмотреть выставку, пообщаться с педагогами и с выпускниками. Педагогам я хочу пожелать талантливых учеников, студентам кафедры, сил, энергии, здоровья, вдохновения. И я хочу, чтобы творчество всю вас сопровождало всю вашу жизнь, чтобы житейские заботы не отвлекали вас все-таки от главного. Если вашим педагогам удастся эту искру зажечь, то ваша задача ее не потушить, сохранить на всю свою жизнь, на весь свой творческий и педагогический путь. Спасибо всем. С юбилеем, кафедра!